Туристический сервер Закарпатья и туристический клуб Альфокс представляют. Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы с вами находимся в месте, с которого мы можем полностью увидеть панораму Антоловецкой поляны. Антоловецкая поляна – одна из вершин вулканических Карпат, 961 метр. Антоловецкая поляна, хребет, ее вы видите по левой стороне кадра на горизонте, представляет из себя наивысшую точку, хотя самая высокая точка вулканических Карпат – это гора Маковица. Но в Ужгородском районе это Антоловецкая поляна. Вы видите панораму села Гута, две церкви. Слева от нас находится православная церковь, справа находится католическая церковь. В правом углу кадра вы видите электростанции, селеновые электростанции, элементы которых расположены на земле. И прямо перед нами по оси объектива, правее от колокольни католической церкви, вы увидите желтый домик, стена желтого домика. Если проведете ориентир прямо строго вверх по вертикали, вы увидите Невицкий замок, который тоже находится на лаконите, остаток магматического извержения. И если проведете еще воображаемую линию вверх, вы увидите вышку, телевизионную вышку, которая находится в селе Анталовцы. Вот такая панорама перед нами села Гута и Антоловецкой поляны, которая открывается с этого места. А если левее по ходу вы повернете объектив фотоаппарата, я сейчас попробую пропанорамировать, то вы увидите корону Бескидов, это Полонина Ровная. Она находится прямо на горизонте. Попробую прозумировать, если получится.